К нам в редакцию телеканала «Видное ТВ» часто звонят люди, которые уже отчаялись куда-либо обращаться, потому что не могут получить внятного ответа и помощи в решении своей проблемы. И следующий случай не исключение. Пенсионерка Зинаида Ивановна Хычева, проживающая в доме номер 18 по улице Советская, жалуется на забитую ливневую трубу подъезда. Из-за переменчивой погоды и частых дождей вода с крыши стала стекать прямо по стенам подъезда, появляться на лестничных площадках, балконах и подоконниках. В квартире у нее и у соседей поселилась сырость. Не работает труба. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Я уже целый месяц звонила во все дистанции и просила: помогите, помогите прочистить, там не течет, забита труба. Они сказали, что у вас там косяк. Я говорю, да не знаю, проверьте, подъехайте. Вот. Так что пользы никакой и никакой мне помощи никто не оказал. Мы вышли на связь с главным инженером управляющей компании ЖКХ Андреем Оленьковым. С Зинаидой Ивановной мы связались, выяснили причину ее жалобы. В данный момент люди находятся уже на доме, выясняют, в чем там проблема. В принципе, ей необходимо было просто позвонить диспетчерскую и оставить заявку. Вопрос был бы решен. Дожди такие сильные, что, может быть, ливневка не справлялась, может быть, на самом деле там что-то произошло. Все это в рабочем порядке, все решается.